Загадочная смерть молодой девушки взбудоражила жителей поселка Сиверский Ленинградской области. По пути домой после шумного веселья завязалась драка. Для одной из участниц потасовки она закончилась трагически. Следователи не исключают, что причиной смерти могла стать передозировка алкоголем. Однако мать и друзья уверены, это убийство, и настаивают на возбуждении уголовного дела. Артур Ламидзе попытался разобраться во всех подробностях. На голове вроде была ссадина, и все. Больше ничего не помню. Я в шоке вообще. Любимая девушка умерла на руках у Артема. Праздничный вечер превратился для молодой пары в кошмар. Начался конфликт, я не знаю, кто первый начал, я точно не помню, не слышал. Вика и Юля. Да, я начал разнимать, подошла мать ее, ударила с ноги как бы по голове. Артем признается, что плохо помнит события злополучной ночи. Выпившая компания вышла из кафе около 3 часов ночи. Мимо проходили Юлия Бондарева со своей матерью. Всего одна фраза и косой взгляд стали поводом к ссоре. Здесь словесная перепалка превратилась в драку. Молодые люди решили дать девушкам время выяснить отношения между собой. Дерущихся разняли лишь после того, как к драке подключилась мать Юлии, которая стала пинать Вику по голове ногами. Девушка после драки была еще в сознании, но ее состояние ухудшалось на глазах. Ну, Тема ее поднял, как посадил. В сидячее положение. Она прохрипела там пару раз, как бы. И все, ее отключило. Молодые люди, вместо того, чтобы сразу вызвать неотложку, почему-то решили отвезти теряющую сознание девушку домой. На вопрос «почему?» Александр неохотно признается, выпито было немало, списали на алкоголь. Тема взял ее на плечи, затащил домой. Но дома мы уже поняли, что что-то не так, потому что у нее руки начали синеть. Стали вызывать скорую. Врачи говорили, что пьяные, перезвоните попозже. Прибывшим спустя около получаса медикам осталось лишь зафиксировать время смерти. Удушение, я думаю, 100% удушение. Потому что я когда за шарф ее взял, шарф был очень плотно затянут на шее. Друзья и родные погибшие уверены, это убийство. Однако у следователей есть сильные сомнения в необходимости возбуждать уголовное дело. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть девушки не криминальная. Она наступила от алкогольного отравления. Женщина отказывается верить в то, что ее дочь убил лишний глоток горячительного. Я хочу повторного комиссионного, повторной комиссионной экспертизы, и чтобы было возбуждено уголовное дело. Они положили в долгий ящик, и никому не надо. Вот это беззаконие у нас творится. Я не согласна с этим. По факту гибели девушки идет доследственная проверка. И понять, убийство это или несчастный случай стал причиной трагедии, можно будет лишь, когда судмедэксперты озвучат свое окончательное мнение. Артур Ламидзе, Андрей Купаев и Екатерина Точеная. Место происшествия.